Здравствуйте. Я Архипова Зинаида Валентиновна. Хочу обратиться к Алексею Борисовичу Миллеру. С 2017 года ваша компания не оплачивает за пользование моей землей. Налоги огромные. Я буду вынуждена продавать свое имущество и даже свой собственный дом. Алексей Борисович, почему со мной так поступают ваши сотрудники? Почему так вышло? А потому что для некоторых менеджеров «Газпрома» деньги вообще не пахнут. Почему бы и пенсионеров, и инвалидов боевых действий не пощипать, если можно? А что не сделают и таким бравым парням, как топ-менеджеры из самого «Газпрома»? Суть всего. «Газпром» берет в аренду землю. У Дмитрия Архипова и Зинаиды Архиповой, у семьи и у еще одной семьи. Берут землю, строят там объект, газпромовскую компрессорную станцию. Все, замечательная станция работает, они платят аренду. 18 рублей. Запомните эту сумму. 18 рублей они платят за метр квадратный. И тут решает «Газпром» не платить аренду. Почему? Ну, я не знаю, может быть, у менеджеров «Газпрома» там свои какие-то думки. Аренду перестали платить, и налог, конечно, тоже они перестали платить, потому что якобы они вернули землю владельцам. Вот только единственный минус, они объект свой, вот эту вот компрессорную станцию, убрать с земли забыли. И пользуются до сих пор. Обратились в суд. Семья Дмитрия, вот и Зинаиды Архиповых, обратилась в суд. Приморский районный суд, чтобы через суд вернуть эти деньги, ну, за аренду. Что делает суд? Суд назначает экспертизу. Ну, понятно, да, чтобы оценить землю. Экспертизу проводит Приволжский центр финансового консалтинга и мониторинга. По счастливой случайности, он уже давным-давно с «Газпромом» сотрудничает. И оценивает он землю 3 рубля за квадратный метр. Платили когда-то 18, сейчас 3. Очень странная математика, да? То есть, как бы инфляция вроде вверх идет, да? Повышаются цены. А у Приволжского центра финансового консалтинга и мониторинга земля только дешевеет. Ну, это понятно, это кто спросит, это как считать? Можно же так считать, а можно так считать. 3 рубля когда-то 18 платили, «Газпром» тот же, за эту же землю, а сейчас 3. Вот так оценили. Дешевеет же все у нас. Смотрите, цены-то падают и падают, особенно на землю. Только вот какая незадача-то. Налог на эту землю составляет 4 рубля за квадратный метр. Это как так-то? Аренда стоит дешевле, чем налог. И налог платит семья Дмитрия Архипова. Да смотрите, как удобно. «Газпром» пользуется землей. Они там компрессорную станцию построили. Все, она качает газ куда надо. Аренду не платит. А налог, даже налог платит семья Дмитрия Архипова. Я не знаю, к кому президент обращается, когда говорит о справедливости, о том, что нужно защищать незащищенные слои населения. Уж точно Дмитрий Архипов, ветеран боевых действий, награжденный Орденом Мужества, уж точно достоин, чтобы к нему страна его, которую он защищал, относилась справедливо, чтобы закон работал так, как он должен работать. А вот не случалось такого, что сейчас происходит, что кто-то пользуется землей, а кто-то за нее платит налог. Вот такие вот чудеса происходят в «Газпроме», понимаете? И Приморский районный суд Санкт-Петербурга 6 апреля этого года, 23-го, будет заседание очередное. Как вот они, в чью пользу они примут решение? Вопрос-то риторический. Знаете, и жалобы, и запросы отправляют в Минэнерго, в Счетную палату скоро уйдут. Ждем с нетерпением ответа. Что скажут? «Газпром»? У них все хорошо, у них все замечательно, у них вообще нету никаких проблем. У них все отлично. Особенно вот у менеджеров «Газпром Инвеста». Мы следим за ситуацией. И дальше будет у нас, кстати, на подходе очень интересный схематоз. Прям делаю анонс сейчас. Как из 1 миллиона сделать 24 миллиона. Ну и равномерно, справедливо их поделить. Между, конечно же, своими. Или вот, допустим, землю «Газпром» в аренду берет за 45 рублей за квадратный метр в год. Видите, какая тут математика красивая? 45 рублей в год. Так как же так выходит? У кого-то 3 рубля, а у кого-то 45 рублей. Такая же земля. Может быть, просто не договорились? Смотрите, скоро мы вам расскажем, как менеджеры «Газпрома» зарабатывают. Гениальная схема. Простая гениальная схема. До свидания.